Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло. Только этого мало. Кому мало, а кому много, решать все равно погоде. Синоптики прогнозируют резкое похолодание в начале сентября. С чем это связано, давайте узнаем у нашего эксперта. Юрий Петрович, расскажите, какая погода ожидает казанцев в ближайшее время и какой циклон накроет татарстанцев? А погода в ближайшие дни, она будет октябрьской, потому что, начиная с понедельника, она достаточно, температура резко понизится в ночное время, в дневное время. Ночью будет 7-8 градусов, а днем уже градусов 13-14-15. Эта температура все-таки не начало сентября. Такое резкое похолодание связано с тем, что местный антициклон, который обуславливал вынос теплых воздушных масс с юго-востока, изменит циркуляцию. Если до этого воздушные массы поступали с запада и Прибалтики, то теперь они стали северными. Понижение температуры произойдет два раза. В выходные дни температура продолжит падать. В субботу и воскресенье 3-4 сентября ожидается понижение до 3-8 градусов. Днем будет выше 14-19 градусов. При этом погода вот такая холодная, она продержится, конечно же, целую неделю, пожалуй, целую неделю, а затем все равно должна выправляться, потому что в сентябре средняя месячная температура, она порядка 12 градусов. Самые холодные дни, по словам эксперта, будут 5, 6 и 7 сентября. Что касается осадков, то в сентябре дождей ожидается мало. Сохранится неустойчивый характер погоды. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.